зачем? Он же проезжал. Что он сказал? Мы им объяснили. Ну, там, пойдем. Да. Что сказал? Документы. Что моя тачка? Что моя хорошая? Кого? Да просто... Я считаю, не стояло їм сюди їхати. Оформляйте далі туди на Париж собі, лягайте і лежіть собі цілими днями. Ніхто вам не... Там де йолки продаються. Там йолки в нас продаються, і кавуни ваші будуть продавати. І продавайте її на здоров'я. І слово ніхто не скаже. Ніхто не скаже, це точно. Ну як, ну люди... Ну тут перед носом, нам не треба. Жируть, труд. Так, це далі. Вам все об'яснили? Завтра документы. Ну, Леночка, я ж против тебя ничего не маю, но все. Значит, все, они уезжают, забирают свои документы. Потому что должна приезжать машина и выедет. Ну, просто она... Вы говорили с ней? Это, что? Ребята, забирайте свои колуны. Ну, она сказала, вы собираете свою дочь, завтра документы. Ну, она, смотрите, вы... Она задавала документы. В армии училась. Вот. Завтра она будет, идет с документами, она будет собирать продукцию и убирать. Ну, это она вам сдавала документы, правильно? Да, да. Ну, она мне это сказала. Вы же тоже поговорили по телефону, ну, правильно? Ну, она вам что сказала? То же самое, что мне, правильно? Ничего нормального не сказала, потому что какие-то крик был. За ее фамилию была разбирательство. Да ладно. Тут просто не ожидала, что...